Ну, я пришел. О, господи. Не смей меня больше так пугать. Что ты узнал про Сару? Ту женщину, о которой я говорил. Ничего. Приветствую. Ты на связи? Дик? Да, я тут. Объясни мне, в чем дело. Что тебе нужно? Я поставил блокиратор. Канал защищен. Что тебе нужно? Я скинул тебе координаты нескольких точек. Тебе нужно сгонять туда и... А? Nice. Зачем? Да послушай ты. Неро отправили в поле несколько оперативных групп. Я хочу выяснить, что они делают. А сам ты не можешь их спросить? Не могу. Слушай, это долгая история. У меня мало времени. Скажем так, люди выше меня по должности, намного выше, делают много вылазок в поле отдельно друг от друга. Никто не знает, чем занимаются другие. Наступил конец света, и только у вас, уродов, все по-прежнему. Где это? Я скинул тебе координаты. О, господи, о, Брайан. Ладно, хорошо, посмотрим. Постарайся пройти все точки. Там действующие посадочные площадки, точки сброса. Да, да, я понял. Но с тебя за это причитается, слышишь? Да, да, я тоже понял. Еще поговорим. Постой. Так, приветствую всех. Не успел там ничего говорить, а не начали разговаривать. В прошлый раз мы закончили здесь серию. Короче, нам надо, видно, все это делать пешком. Бегать все это. О, Брайан! Да, я здесь! Что тебе? К тебе приближается один из наших вертолетов. Проследи за ним. Это еще зачем? Давай, не упусти его. Ну, ладно, попробую. Где мой байк? Да что за бред? Я ж пешком должен быть или что? Я так и не понимаю. Скорее всего, да. А, уже на мотоцикле. Нормально. То есть, когда я хотел сесть, меня почему-то я удалялся. Так, где вертолет? Стой! Что происходит, а? Почему я тут гоняюсь по одищу за вертолетами? Пункт назначения засекречен. Я не могу сказать тебе координаты. У меня нет доступа к их файлам. Надо проследить за ними. У вас разве нет спутников-шпионов или типа того? В моем распоряжении нет. Говорю же, у меня... Нет доступа, да, я понял. Не упусти их. О, Брайан, они садятся! Хорошо. Теперь у меня есть их координаты. Дальше иди пешком. Пешком? Главное, не попадись им на глаза. О, Брайан, я на месте. Что нужно сделать? В каждом из таких отрядов есть ученый, типа меня, которого охраняют бойцы. Подберись к этому специалисту. Спектральный регистратор настроен на наш канал передачи данных. Он запишет все, что они делают. Значит, я должен пробраться на посадочную площадку мимо тяжело вооруженных бойцов в кевларе, чтобы ты подсмотрел за каким-то ботаником? Ботаником? Серьезно? У меня научная степень, козел. Ага, хуёчная степень, Эйнштейн. Не матерись. Ручки, которые я тебе дал, при тебе? Ну, я хотел их продать, но, понимаешь, у обычных людей нет доступа к спутникам. Прикрепи один к вертолету. Почти все такие отряды делают остановки, которых нет в маршруте. Надо узнать, куда они полетят дальше. О, Брайан. Можешь не спрашивать. Я уже выясняю, что у нас есть в архивах по распределению эвакуированных. Конец связи. Это здесь. Ну и что вы тут забыли? Начало уже было не очень веселым. Судя по тупости этой игры, не по моей. Шум.
Почему я не могу присануть Неро? Я же всех могу присануть. Пока мы это выполним, ничего сложного. Да-да-да. Он ли стелс? Интересно, где Дик носит с собой камни? В чем? Как ему не холодно Дику вообще? Там какой-то шум. Давай, 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 бегом, 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 бегом. Так, вернуться к байку, окей. Как нам это сделать? Ладно, вот так сделаем. Вы это слышали? О, Брайан, ты охренел? Что не так? Я тебе скажу, что не так. Твои ребята выдирали кишки из еще живого фрика. Они не мои ребята. И тебе-то что, ты разве не этот... Как вы там себя называете? Намат? Ты убиваешь зараженных ради денег? Или что у вас там вместо меня? Да, я убиваю фриков, но я не препарирую их живьем и не слушаю, как они визжат. Ты добыл мои данные? Да, я их добыл. Ладно, начинаю загрузку. Еще поговорим. Конец связи. О, Брайан! О, Брайан! Черт, ну вот опять. О, Брайан, ответь мне! А черт, не вздумай только пропасть. Все, убегаем. Ты добыл мои данные? Да, я их добыл. Да бегите! Ладно, начинаю загрузку. Еще ну, поговорим. Ну, глупо просто. Из-за таких вот вещей. О, Брайан! О, Брайан! Черт, ну вот опять. О, Брайан, ответь мне! Все, Тик, давай! Не вздумай только пропасть. Стоит, вот побежал к мотоциклу, стоим два часа. Лагерь мародеров. Вот эти козлы и устраивают засады на дорогах. Где лагерь? Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. С тяжелым сердцем сообщаю вам. В моем лагере шестеро погибших и двое раненых за эту неделю. И виноваты не фрики. Нет. Виноваты.
виноваты черные вертолеты. Вы видите? Все, что я предсказывал, сбывается. Несколько вертолетов приземлились и уничтожили целую группу людей, хотя те кричали и умоляли о пощаде. Хладнокровно уничтожили граждан нашей страны. Мои люди стреляли в ответ, но без толку. И это не последний раз. Они выслеживают нас, тех, кто посмел выжить и нарушить их планы. Они убивают нас, как скот, чтобы, наконец, иметь возможность вылезти из своих крысиных нор. Будьте бдительны. Ждите удара с неба. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Никто не должен уйти. Жалкие насильники и убийцы. Можно что-нибудь смастерить? За остальными. Давай, 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 давай! Как бы мне это пройти нормально? Больные там дерутся. Чтобы надрать ему зад. Деру. Ага. Хорош лежит. Так. Вали его, вали! Эй, ты чего? Пригодится. Так, этот сейчас придет, он услышит или увидит. Надрать ему зад! Привет! Как дела? Надо этого завалить. Давай, бей его! Вперед! Я ж... Ну, лезь уже! Максимально хорошо. Я уже снайперов снимал издалека. Лежать, мразь. Где я, труп? Да, за ним! У нас потери! Лечимся. Максимально. Максимально. Порох нет места. Еще не все. Только половина.
Один промах просто, и все решает. Да что за промахи? Не важно. Всех завалю. Его подстрелили! Приспейте его! Возвращаюсь! Огонь! Что они за лагерь такой, что у них везде двери? Всего полно, и взять ничего нельзя, и ничего, и патронов нет. Да где он? Он вроде бы пошел в эту сторону. Тихо. У них тут по лагерю фрики могли спокойно. Его! Черт! Шевели! Ай, бежим! Убить! Убить! Вали! Косой ты, однако. Назад! Да где? Бежать! Поговорим. Ты как на это смотришь? Ты не против, а? Кажется, все. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. А, подземный бункер еще искать. Где-то здесь должен быть. Вот. Да, вот он. Ну а что у нас закрыт для меня? Заходи, заходи, давай. Откроем, отметимся, поспим. Тут просто как-то получается все криво. Санный лагерь Билли Лейк. Лагерь Железного Майка. За лагерем возле курортных дорог. На снег забраться, иначе буду все время натыкаться на смертных. Новый рецепт доступна. Микстура концентрации. Инструкция. О.
Так, в принципе, тут больше ничего нету. Давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Отремонтируем. Так. Пепельный. Я, наверное, пепельными стрелял. Больше ничего нет, да? Так, нам надо полечиться. Передохнул чуток. Передохнуть надо. Можно снова в бой. Я ему в голову прицелился, промахнулся, и в итоге меня это вот. Нормально так. А, то есть он не... Я не полечился? А почему? Наделали. Нам надо ягодки. Так, и у нас есть навыки. Новый навык. Откройте Q. Ну или можно так. Так, материалы, создание, навыки. Так, выносливость. Это что? Рукопашная нам пока не будем открывать. Нам надо характеристики, выносливость. Орлиный глаз, вор в ночи, приподнять в движениях, травник, можно вдвое больше растений. Так, мясник, сделание животных и запаса сил. Мы не можем открыть, да, я так понимаю. Так, назад. Что у нас здесь с концентрацией, стрельбой? То же самое. Давайте рукопашку, наверное. Откроем хоть что-нибудь. Давайте захвата. Давайте на это потратим. Эскапист. R, чтобы убить противника, закрыть. Класс навыка второго доступно. Увеличение холодного оружия. Вот это нам надо. Так, урон холодным оружием, кроме запаса постножом, связки с home run. Это позволяет убить соискочи высокого уровня. Ясно. 12-29% всего лишь. Так, что у нас с предметами? Так. Создание. О! Бинт. Так. Что, микстура концентрации. Так. Ножка стула с гвоздями. Топор из ножки стула. А чем он лучше? Чем он лучше? Гвоздями. Штакет. Топор из штакета. Палка с гвоздями. Три материала. Палка. Топор из палки. Бита с гвоздями. Так, топор из биты. И что? И как нам создать? Моя экипировка, да? Я здесь, кстати, никогда и не лазил. Создание предметов. А как создать? Черт, патруль бродяг, где вы взяли байк, а? Ладно, нам наплевать на него. Нам как бы где-нибудь заправиться. Так. Угу. Посмотреть сюжетные линии. Растерять ход Спрингс. Поговорить с Такер. Так, давайте с Такер поговорим.
черт! Ай-яй-яй-яй-яй. Что-нибудь с бензином найдем. Какую-нибудь канистру. Нам бы металлолом не помешал бы. Металл нужен. Хорошо. Плюс 5 лома. Это что? Грибочки. Мне бы канистру найти, слушайте. Вообще жесть какая-то. Тряпок полно, всего полно. Я бутылками, коктейлями не пользуюсь. Плохо. Но, гвозди. Не хочет брать. Значит, полным-полно их. Максимально. Ладно, поехали тогда, в принципе. Нет здесь ничего. Ни канистр. Наверное, мы тут ничего нам полезного не найдем. Да что он тут катается? Едь по своим делам, пока я тебя не убил. Так, все. Уходим отсюда. А где мой байк? Господи, чё он так не видел? Еще одна зона заражения. Вот почему начался глюк с этими бутылками. Ох ты, ё-моё! Можно что-нибудь смастерить. Пришлось патроны потратить. Ладно, остальные потом, потому что у нас топлива не так много, нам хотя бы доехать до таки заправиться и.
Кто-то нам кругами, он как-то едет, а? Больше быть не лучше. Надо заправиться. А как заправиться? А, вот. Все, я не вижу. Маленькая кнопка. То, что надо. Вот, порядок. Интересная заправка. Получил! На помощь! Умоляю! Спасите! Боже, помоги мне! Да, я нет. Здесь умру! Потом вернусь. Помогите кто-нибудь! Держись, держись, я иду. Эй, слушай, водища тебя загрызу. Я знаю один лагерь. Что? Что? Лагерь? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Hot Springs лагерь Комплен, да. Давайте Hot Springs. Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. О, спасибо. Спасибо. Хорошо. Черт, я думал, у меня конец. Мне... Я бы сдох, понимаешь? Большое спасибо, я не... Спасибо, спасибо. Скажи им, Дикон, Дикон Сент-Джон. Смотри, чтобы тебя не заметили. Быстро же ломается у нас. Так. Где здесь гнезда эти? А, вот оно. То есть в противоположную сторону. Так мы ж повыжигали тут все. Вон выжжено гнездо. Наверное, одно. Ноль гнезд из трех? Вы что, смеетесь? Сразу валякать, а то они потом... Гнездо. Должно быть где-то здесь.
Здесь. Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. Одно сжег. Так. Гнезда еще искать надо, вот что бесит. Да, господи, где это все, а? Медицинский центр.
О, что-то здесь. Ну, нам уши фрика все равно нужны, поэтому, в принципе. Давайте поиграем. Да. Догорите вы адским пламенем. Гори, Фрик, гори! Ганутая игра. Не идет. Ай, лаги, лаги, лаги. Чтобы они видели, что это я сделал. Неужели? Это баганутая какашка. То есть самих этих убивать не обязательно, в принципе. Как же долго это все происходит на самом деле? Вот этот поиск. Гнезд и борьба с этими фриками, как они их называют. То есть вы говорите мне, что на крыше здесь гнездо? Ох ты, ё-моё. Да его тут... И не убежать. Ну давай не тупи, дура тупая. Бежим.
Давайте я хоть гранатой воспользуюсь. Давай, давай, кто еще рожающий? Так, все рожающие по очереди. Какие же вы глупые, друг мой. Так, все, едем к Такер и заканчиваем серию. Отнесу в какой-нибудь лагерь. Кстати, да, я же их не собираю мясо. А может пригодится. Кто-то пошел забрать вещи. На помощь! Пожалуйста! Помогите! Ну, взаимодействуй, давай. Тихо. Все хорошо. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь, там безопасно. Есть лагерь? Какой лагерь? Покажите, где он? Давайте Хотспрингс этот. Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером, он поможет. Спасибо. Вас сам Господь послал. Я уже отчаялась. Хорошо, давай, завершаем. Спасибо. Скажи, что прислал Сент-Джон, Дикон. Они меня знают. Беги, старайся на глаза не попадаться. Не значит жить, спаси 10 выживших. Достижение 7. Окей. Погнали. Нам никак не дают нормально доехать до Такера. Твою дивизию. Успокой свою душу. Давай посмотрим.
меня куча рецептов, всяких топоров, всего остального. Я даже не могу их сделать. Так быстро топливо тратить. Полтора километра, а мне уже топливо. Бака нет. Что за бред? Это реально не сбалансировано. С топливом. Баланса никакого. То есть ехать 2 километра проехал, у меня уже весь бак съел. Нормально, как будто стопненько в баке получается. 5 миллилитров топлива. Сюда. Возвращаемся. А почему всегда так, а? Мне нормальный ствол дадут. Открывай. А, да, откройте. Я его уже видел. Так. Окей. Все, чинимся, заправляемся. Эй, Зенни, руки как? Чистые? Байк совсем в хлам. Да, в хлам. Ну, спасибо, что зашел. Пару ударов. Так, стоп, подождите, знаете что? Давайте отдадим все уши, все это. Посмотрим, нам они оружие откроют или нет. Эй, Дик, давненько я тебя тут не видал. Да, мы с Бухарем решили двинуть в Лос-Лейк ненадолго. Ну, знаешь, сменить это. Ну, будь здоров, братан. Бывай. И в кухню отдадим мясо. Тут самая суровая, как бы, у нас база. Пока что это все. И это все. Жаль. Да? Да, я как раз об этом думал. Эй. Диком? Зенни. Так, да. Такер. Дик, у нас проблема. Я здесь, Такер. Что? Помнишь, Алкай говорил, что мы обнаружили упокоителей, и они идут сюда? Да, сказал, что не пытался их остановить. Ну, мы видели их возле Хот Спрингс.
Пара человек проследили за ними. У них лагерь в скалах к югу от Твин Крейтерс. Чёртовы упокоители. Не переживай, я разберусь. У меня с ними свои счеты. Счеты? Это ты о чем? Да так, неважно. Угу. Работа выполняется. Хорошо, все. Ну, не ходи пешком. Меня кто-нибудь полечить тут собирается? Эй, нет, как жизнь? Что? Привет. Что-то нужно? О, не, неужели открылось? Стингер. Стингер. Самодельная винтовка. Темп стрельбы. Окей. Снайперская. Уже есть. Так. Со снайперской, в принципе, издали уничтожать нам смысла нет. А вот это вот для ближнего боя, что лучше, это или это? Это даже как бы лучше. За 1000 купить стингер. Темп стрельбы. Магазин 35, магазин 30. Но этот хуже. Этот хуже. Дикон, ты чего? Заткнись, не мешай мне убирать. Давайте возьмем вот. Вот это стоящая вещь. Так. Припасы. Максимум припасов. Пистолет, например, в кофрах. Тебе еще что-нибудь нужно? Так. До основного. Чем вот еще могу помочь? Ой, не то. Еще что-нибудь? В принципе, я мог бы с калашом ходить, по большому счету, правильно? А как я могу продать? Как я могу свое продать? Ну, дальность лучше. Мне для ближнего боя подойдет. Да, ладно, я буду здесь. Что? Ну, открой нам шкаф. Господи. Припасы, оружие. Так. Вот это. Хорошо. Окей. Ладно, я тебя понял. Будем с винтовкой бегать. До скорого, Дик. На этом тогда я, в принципе. Что нужно? Серию завершаю. Чем могу помочь? Идем искать. Как дела, Зенни? Заткнитесь. Так что всем до следующей серии и всем пока!